Кировчане потратят на новогодние каникулы около 18 миллиардов рублей. Такую цифру приводит Финэкспертиза. Дороже стали все атрибуты праздников, от елки до продуктов. На 14% стал дороже и салат оливье. И это если готовить его самостоятельно. К слову, в этом году Кировская область оказалась на 22-м месте в рейтинге регионов по стоимости ингредиентов для оливье. В среднем салат обойдется кировчанам в 207 рублей 93 копейки. Самый дорогой продукт из рецепта – вареная колбаса. Это почти 90 рублей. Самым дешевым в этом году оказался лук. Всего 2 рубля 12 копеек. Если сравнить цены 2015-го с аналогичным периодом прошлого года, оливье прибавил в цене 14%. Стоит добавить, что в преддверии Нового года в городе также подорожали помидоры на 27%, а еще конфеты, яйца и сахар.